Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить картофельный салат по-египетски. Для приготовления нам потребуются 2 картофелины отварные, нарезанные кубиками, столовая ложка рубленой зелени петрушки, соль по вкусу, столовая ложка растительного масла, пол чайной ложки — это камун, кюмин, кумин, пол чайной ложки острого перчика красного щатта, столовая ложка сока лайма, 2 зубчика чеснока. Итак, начнем. Я измельчаю чеснок в чесночнице. Высыпаю специи. Выжимаю столовую ложку сока лайма. Наливаю столовую ложку растительного масла. Слегка подсаливаю. Перемешиваю. Нужно хорошо перемешать, потому что когда я высыплю картофель, уже так не сможешь перемешать. Высыпаю картофель и еще раз осторожно перемешиваю. Вот так. Итак, наш салат готов. Я выкладываю его на тарелку и украшаю зеленью петрушки. Наш картофельный салат по-египетски готов. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня!